Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу показать вам елочку, нашу новогоднюю елочку, уже которая в большой комнате, но елочка сама по себе очень маленькая. Мы ставим маленькую елочку уже несколько лет. Нам не нужна уже большая, как-то раньше ставили, когда дети были маленькие, на полу до потолка, а потом перешли на полтораметровую, а теперь перешли, не знаю, метр есть или нету. Но елочка вот такая, славненькая, маленькая, но нам хорошо с ней. Нам нравится вот такая елочка. Верхушки нет, вверху птичка. Вот такая вот. И такая елочка. В большой комнате у меня больше всего присутствует красный цвет. Я, может, говорила, что в спальне больше белого, в кухне тоже белое, больше с серебром, голубым. Ну, а здесь больше красное. Я все никак от болезни не отойду немножко, поэтому голос такой. Ну, вот такая елочка. Вот веночек, помните, я вам показывала, плела. Вот венок. И вот такая на комоде у меня инсталляция, как можно назвать, скромно. Но я считаю, что для пенсионеров даже очень нормально. Мы пенсионеры. Как можем, как умеем, как можем. Ну, нормально. Для нас нормально. Детям нравится, внукам нравится. Вот эта веточка, я вам показывала раньше ее. Вот здесь снеговичок, медвежоночек. Вон там я снежки сделала сама. Потом веночек вот такой сделала тоже. Ну, тоже там ива присутствует. И обмотала, поприклеивала цветы. Ягодки. Вот свеча опять, это электронная, которая мне очень нравится. Здесь, конечно, и живые свечи. Вот я зажгла. Это преддверие Нового года. Мне все хочется, чтобы уже было новогоднее настроение. Вот такой подсвечник сделала тоже. С бокала. И там свеча на нем. Вот такой маленький у меня Дед Мороз. А там снеговичок. Кто у меня там снеговичок на большом снежном коме сидит. Вот снеговичок маленький, ой, снеговичок Дед Мороз с таким мешочком. Вот там и собака есть у нас. И так вот немножко новогоднего. Лампочки тоже, я, может, говорила вам, гирлянда у меня на батарейках. Тоже мне очень нравится, что сейчас меньше электричества. Вот такое все есть на батарейках. Вот так вот. Вот такая вот у нас на комоде новогодняя рождественская инсталляция. Потом перейду на второй комод. У меня их вот так. Вот здесь так. Сапожок с собачкой. Видите, собачка там у меня. Вот тоже. Это внук елочку такую сделал. Вот свеча, подсвечник и ароматизированная свеча. И вот мои мальчишки. Мои внуки. Вот такое здесь. Ну, на люстре тоже я. Как же без снежинок. Наверное, не видно их. Наверное, не видно. Пол скрипит у меня, как... Не знаю, что паркет скрипучий. Ну, вот такая вот. Потом, что у меня здесь? Здесь у меня вот такие сердечки. Тоже, опять же, красный цвет присутствует. И вот такую я купила себе в Ашане, магазине. Кипарисовик. Вот такая у меня... Можно сказать, живая елочка, почти елочка, мягенький-мягенький кипарисовик. Побудет он у меня зиму, а потом пойдет на дачу. Но сейчас у меня есть вот такая елочка. Ну и конфеты, как же без конфет? Конфеты обязательно на Новый год. Вот такая елочка. Я ее не украшала ничем. Вот так поставила ее белый горшок. Вот так у нас кипарисовик. Кстати, недорого купила, 60... По-моему, 5 гривен, 65 гривен, ну, а где-то у него 40 сантиметров есть. Вот перейдем на окно. На окне у меня там снежинки немножко, и опять сердечки. Бабочки тоже там присутствуют. И снежинки опять же. И сердечки. И вот такой подсвечник здесь я с бутылки сделала. Тоже свеча. А где телевизор? Вот. Вот здесь так вот украсила. Очень удобные наклейки вот эти, они просто снимаются. Снимаются, вот они снялись.
и приклеились рукой. То есть очень удобно, долгоиграющие. Вот такие вот. Я такие купила на холодильник в голубом цвете, а красные вот сюда. Новогодняя тематика. Вот. Там у меня собачка в центре на почетном месте сидит. Тоже медвежонок, елочка. Ну, там уже не зимняя тематика. Тут ангелочки. А здесь тоже вот... Ну, здесь елочка у меня мерцающая такая, тоже там на батарейках. А здесь тоже огонек, фонарик с огоньком, с этой вот свечой. Тоже очень хорошо. Как я говорила, не коптит. Прекрасное решение. Не нагревается. Чудесно. Вот такая у нас. Это там, где телевизор. Вот. И собачка обязательно. Символ года. Вот она такая. Я такую маленькую купила. Красавица. Вот. Вот так. Вот наша самая главная елка квартиры. Вот такая вот елочка. Коль я уже напомнила за эти наклейки, так вот такие наклейки на холодильнике. То же самое. Снимаются. Это снежинки тоже клеющиеся. Вот так. Ну и тоже внизу. Там по две они идут в упаковке, две штуки. Очень удобно, очень удобно. Тоже я уже говорила, вот так они снимаются, снял. И опять то же самое, рукой пригладил и все. Вот такая зимняя тоже тематика. Ну это я так вспомнила за них, показала. Вот потушила большой свет, оставила только бра. И вот покажу, как она... Все мерцает, так сказать, и горит. Это мы так будем новогоднюю ночь. Мы обычно можем потушить большой свет. И вот там свечечка. Здесь вот тоже красота наша. Люблю я свечи, люблю очень свечи. Там свеча. Мы можем еще на стол потом поставить просто подсвечники. У нас еще есть подсвечники. Будем поставить на стол. Вот так. Ну. Вот такая у нас новогодняя ночь будет. Все, всех поздравляю с праздником, счастья, здоровья. Будьте любимы, будьте как бы благополучия вам, чтобы вас любили, чтобы вас ценили, чтобы вам всегда говорили спасибо за все, умели поблагодарить, умели сказать, что вы самые лучшие, самые красивые, самые любимые. Все, всего хорошего, до свидания.